Парковка в Лондоне в лучшем случае может быть головной болью для его жителей. Однако именно штрафы за неправильную стоянку, зарегистрированные камерами наблюдения, настоящая катастрофа для автомобилистов. По официальным данным, 90% от общей суммы доходов собирают с лондонских районов. Только подумайте, автомобилисты в Кэмпдоне, на севере Лондона, благодаря системам видеонаблюдения, заплатили в казну больше остальных – свыше 36 миллионов фунтов. Другие районы Лондона не отстают. Правительство возлагает вину на органы местного самоуправления. Однако, как полагают некоторые критики, Великобритания таким образом в очередной раз пожинает плоды одной из самых развитых систем наблюдения за населением в Европе. Это правда. Мне, конечно, не нравится, что мы занимаем такое положение в Европе, и это зависит от правительства. Но власти разрываются между необходимостью обеспечить гражданские свободы и защитить от возможных угроз. Государству удается сохранить этот баланс? Нет, я считаю, что дело в местных властях, ведь у них есть эффективные инструменты, позволяющие повысить уровень безопасности. Но они используют их в других целях, что мне кажется недопустимым. Учитывая повышенное внимание к вопросу, неудивительно, что многие чиновники отказались комментировать ситуацию. Однако представители Вестминстера все же ответили нам следующее. У Вестминстерского городского совета очень строгие критерии применения камер видеонаблюдения. С их помощью также наблюдают за парковочными местами. И, что самое важное, повышают уровень безопасности вокруг школ. Местные власти получили предупреждение, что если они не будут придерживаться общей политики, то в их отношении могут быть приняты законные меры. Так что если автолюбителю пришел штраф за парковку, он может утешиться мыслью, что парламентарии тоже не защищены от штрафов. Вам когда-нибудь приходили штрафы за парковку? А мне обязательно в этом признаваться? Приходили. Правда? Да. Сара Фёрд, РТ, Лондон.